Конкретных случаев не было таких с момента поступления, какие-то. Я ничего не применял, никаких хитринок. Наоборот, я всегда хотел учиться, мне очень хотелось. Я поступал в цирковое училище. Но я так в нем и не начал учиться, хотя потом попал в цирк. Потому что оказалось, что на то время мастеров спорта принимают в цирк. И так могут принять, да, если ты просмотришься в какой-то номер, и ты туда подходишь, ну, вот так со мной произошло. Я потом, кстати, жалел, мне очень хотелось поучиться в цирковом училище. Ну, я параллельно поступил там в институт физкультуры, учился в институте физкультуры. Не знаю, я таких хитринок. Я единственное, что я могу пожелать всем, никогда не стесняться, надо быть самим собой, потому что у человека должна быть своя индивидуальность, у каждого человека, своя харизма. Некоторые стесняются, ты общаешься с человеком, думаешь, какой он классный, какой он интересный. Но как только доходит до дела, до какого-то, где ему нужно себя проявить, все, человек замыкается. Вот нужно не стесняться и не бояться что-то менять в своей жизни, не бояться добиваться того, что ты хочешь. И проявлять себя, проявлять свою харизму, свой внутренний стержень. Он у всех есть. Поэтому вот так.